Давайте згадаємо той момент, от усіх у нас він був вже у дорослих людей. Да навіть, в принципі, знаєш, і діти намагаються знайти часто роботу і зіштовхуються з проблемою, от як зробити так, щоб мене взяли на цю професію, на цю посаду, на яку б мені так сильно хотілося. Я тобі скажу, що, знаєш, як жартувала моя мама, як же ж тебе і взяти на роботу з твоїм характером, з твоїм, знаєш, можливістю показати своє фе там, де це взагалі не потрібно було нікому. Так от, що старше ми стаємо, тим більше в нас мудрості. Але хоч не хоч, а залишаємося іноді примхливими такими, знаєте, капризними співробітниками. Так, і сьогодні ми виходимо на зв'язочок з нашою ранковою гостею. Хочемо розповісти, що вона працює у сфері підбору та управління персоналом в IT понад 15 років в місті Одесі. Зараз ми будемо на прямому включенні з Одесою. Одеса, привіт! І хочемо сказати також привіт і доброго ранку нашій ранковій гості Юлії Шендрик, HR-спеціаліст. Доброго ранку! Доброе утро. Доброго ранку. Сьогодні, ви знаєте, такий чудовий день, день капризних співробітників. Юль, я так розумію, за ваші 15 років був не один такий капризний співробітник, так? Як взагалі зрозуміти, що людина капризна буде потім на роботі, коли він приходить на співбесіду? Ну, когда мы знакомимся, общаемся, в первую очередь, да, интервью — это все-таки у нас больше знакомства, нежели какой-то экзамен, вот как принято думать у нас в народе, и поэтому люди немного этого побаиваются. Но на самом деле это вот такой вот момент, ну, вот как ты знакомишься с новым человеком, делишься с собой, открываешься, понимаешь, насколько тебе интересно вот с твоим вот новым знакомым или нет, есть ли вот что-то общее. И, собственно говоря, в каждой компании есть свои правила, своя корпоратура, и какие-то ценности, и, соответственно, человек, он видит уже, да, вот он увидит здесь, он получит то, что он ждет, или же, ну, скорее всего, нет. И, как правило, люди всегда говорят о том, что им важно. Неважно, какой вопрос ты им задашь, они отвечают о том, что им важно. Вот примерно так, как я сейчас вам. Клас. Так, тут виходить, спочатку ви знайомитесь, а вже друга зустріч, це вже такий більш професійний, так? Ну, скрінінг, як правило, да, это по телефону общение, потом HR-интервью уже полноценное, где мы более подробно узнаем о том, почему человек этим занимается, что он готов сделать для компании. И, конечно же, есть техническое интервью, это уже с его потенциальным или будущим руководителем, или техническим специалистом. Вот. Или они вдвоем, например, его интервьюируют и уже узнают, да, вот по так называемым хард-скиллам, насколько, ну, то есть таким вот навыкам непосредственным в работе. Да, вот в частности по IT направлению это тестирование, программирование. Там, если это вот геймдев, то это художественные какие-то программы, в которыми они должны владеть, и там рабочие workflow, скажем так, да, вот порядок, алгоритм действий. То есть это все выясняется, да, некими этапами, и пока вот мы знакомимся с человеком вот этими этапами, мы уже видим, что от него ожидать, какова его мотивация, что для него будет важно конкретно в нашей компании, что у нас есть общего, да, какие у нас есть, так сказать, общие направления, в которых мы можем двигаться, ну, как всегда, надеемся, так долгое время вместе. От знаєте, є така розповсюджена тема того, що ти наче собі думаєш, що буде ось воно ось так на цій роботі, а насправді виходить трішечки по-інакшому. І взагалі ці сфери, це взагалі у нас усі такі, ну, відчуття, що це буде як в кіно, там, що, не знаю, будуть якісь сенсорні панелі, що там буде якесь друге до себе ставлення. Чи зіштовхуються саме майбутні співробітники при спілкуванні з вами з тим, що у них є якісь такі от передбачення, відчуття, а вони трішки не виправдовуються? Ну, IT — это тоже такая вот специфика, где мы стараемся максимально четко вот объяснить, передать, максимально рассказать, какие условия, какой у нас, что у нас входит в соцпакет, какие у нас есть бонусы, сколько у нас отпуска, сколько у нас там больничных, сколько у нас просто дней там без больничного там какого-то отдыха, который ты можешь вот взять условно, ну, там, для себя, и это за счет компании, или праздничные дни. То есть мы максимально все это четко оговариваем, и, конечно,
конечно же, если человек понимает, то ага, ему важно еще больше, потому что у нас тут пределы ну вот этим всем плюшкам, которые компании предоставляют пойти на время, в зависимости от компании, практически нет. То есть есть компании, которые могут предоставить и кредит там, на машину, на жилье там, до 10, до 20 тысяч долларов. Есть компании, которые просто вот внутри, то есть если человек вот классно себя показывает, от него много чего зависит на проекте, то ему выплачивать отдельные бонусы. Ему могут выплачивать просто переманивая другую компанию, называемый sign-up бонус. Это может быть и 1000 долларов, и 2000 долларов. Это то, что вот на такое, я уверена, что есть еще более впечатляющие какие-то условия. Не знаю, возможно, какие-то поездки, командировки, там, не знаю, оплата какого-то отпуска. То есть это может быть все, что угодно, практически так же, как это. На рынке, откуда к нам пришла вся эта сфера, также это есть и у нас, только просто не все имеют такую квалификацию, не все имеют, ну да, у всех свой какой-то уровень, свой путь, свои изначальные способности, и, соответственно, они могут претендовать вот в соответствии. Но, конечно же, не всегда все осознают, где они вот в этой иерархии, поэтому бывают иногда, не знаю, ну не совсем такие вот, скажем так. Юль, є одне таке важливе все-таки запитання. А як HR-и розуміють, за якими ознаками, що от зараз ну, сидить кандидат, так? І начебто все влаштовує, зійшлися, все, тиснемо руки, починаємо працювати. Але є такий певний момент, що от в майбутньому він буде токсичним, примхливим, буде псувати атмосферу в колективі. От за якими ознаками це можна зрозуміти? Человек об этом говорит, он рассказывает о каких-то таких вот негативных моментах, о том, да. Что ему не нравится, начиная от того, как он там, не знаю, вот там условно, ну кто, есть разный уровень открытости, с утра встал не с той ноги или что-то болит, или что-то не устраивает, до того, как действительно, ну это как бы вроде как знают все, но на самом деле не все этим пользуются, о том, что даже если очень плохо расстались с предыдущим работодателем, ни в коем случае нельзя говорить о нем плохо. И вообще ни о каких своих коллегах, то есть исключительно говорить о себе, о своих, возможно, каких-то ошибках или тех уроках даже, которые ты принес из той ситуации, которая с тобой произошла. То есть ни в коем случае не отзываться плохо об компании или о чем руководителе тем более. Так. Але ще цікавий момент, все ж таки ми зараз живемо в такому світі, де все відбувається онлайн, і так само багато співбесід також відбувається зараз онлайн. Так от, що найскладніше під час таких бесід, і чи от вдається вам розпізнати, що, наприклад, це дуже примхливий співробітник, і щось не дуже нам підходить? Ну, повторюсь, люди, как правило, говорят об этом. Они говорят о деньгах, они, например, торгуются, вот они пытаются узнать вилку зарплаты. Они там, вместо того, чтобы там делиться с тем вот с собой, раскрывать себя, они начинают докапываться действительно до каких-то деталей, вот тех бенефитов, которые предоставляет компания, или там задают первые вопросы. Именно об этом, вместо того, чтобы задать о каких-то, вот, не знаю, корпоративных мероприятиях, там занимается ли компания благотворительностью, там, или в каких социальных проектах она участвует, то есть, да, вот какие-то такие созидательные вещи, или же, ну, если человек не задает созидательных вопросов, задает исключительно только те, где вот его личная выгода, личный какой-то интерес и вообще не имеет отношения чуть даже ни к проекту, ни к компании, то тут это уже яркий такой звоночек о том, что... Не подходит. Ну, скорее всего, нашей конкретной компании точно человек не подойдет. Ну, потому что, ну, на самом деле, вы знаете, нету неправильного и правильного ответа по итогу. Я вот вам сейчас тут... Так. Чуть, может, немного собью с толку, потому что есть компании, где их полностью устраивает, где они платят там зарплату, повышают их ключевым людям, не ключевым повышают годами, но на них тоже сваливают достаточно работы. И в таких компаниях исключительно ты можешь рассчитывать только на свою зарплату, которую ты просишь, не знаю, там на 30, 50, там 100% больше своей рыночной стоимости. Вот. И такие компании тоже есть, но ценности, уровень открытости, уровень комфорта работы — ну, вот не всем, мягко говоря, входят такие компании. Ну, то есть, если ты открыт миру, то ты ищешь такую же компанию, таких же людей, с которыми тебе будет просто в удовольствие работать. Если у тебя есть свои какие-то вот моменты, ограничения, какие-то, ну, специфические предпочтения, то тоже, соответственно,
рассматриваешь таких HR, вот, которые не задают каких-то вопросов, которые тебя там заставляют открыться, раскрыться, или таких руководителей дальше. То есть это вот у всех свой путь, и тут просто вопрос личного интереса, с кем ты хочешь двигаться. Так, ми зрозуміли. Юль, дякуємо вам, що доєдналися до нас, почали ранок у нашій компанії. Приємні поради, так, знаєте, дуже, дуже цікава інформація точечна. Ну і будемо сподіватися, що усі співробітники, майбутні співробітники, які зараз шукають роботи, її обов'язково знайдуть, і все буде у всіх класно. Друзі. Я хотів сказати, нам треба бути не примхливими, а все ж таки, знаєш, такими критичними в міркуванні. Так. Гарного дня вам, пані Юлі. Благодарю. І вам дякуємо теж. Вам. Я вам дякую за перегляд цього відео і рекомендую підписатися на канал «Правда тут», тому що матеріалу там багато. А ще буде приємніше, якщо ви залишите свій коментар і скажете, що вам подобається, чого вам хотілося ще дізнатися у нашому ранковому ефірі. Скоро зустрінемося.